Здрасте. Это такое важное для вас объявление. Ладно, что, я сейчас зайду. Такое важное объявление нельзя пропустить. Знаешь что? Зина у нас ворует морковку. Ты шо? Как это так? Она же образованная, вроде нормальная женщина. Я сама не знаю. Я позвоню мэру. Я не знаю, что мне делать. Где мой телефон? Что, мэр, что же мы будем делать сейчас? Сначала мы узнаем, где она. Это злая женщина. Потом суп с котом. Узнаете, короче. Что, будет очень серьезно? А могло ли с ней что-нибудь случиться? Она же больная она. У нее сердце больное. Вы что? Поможем, что? Ладно, я пошел там. Сам понимаешь, работа мэра. А нам что делать? А вы... Да сидите уже. Чё-то я не вижу здесь того, чего мне надо. Что у нас тут творится? Не поняла. Свет какой-то, что он тут делает? Ё-моё. Опять ты. Забастовка. Против мэра. Самый плохой мэр. Ой, нет. Я не знаю, друзья, меня ищет все поселение. Ну, конечно. Ой, что мне тут? О, 20 рублей. Пойду кину пожертвование. Ха, ты, вот тебе кину пожертвование. Пожертвование. Хорошо, хоть делать будем. Так, 10, 15, 20. Все, хата будет развиваться на мои копейки. Ух ты, гляди! Ладно, на пожертвование так на пожертвование. Зин, что ты делаешь? Тебя вещи, все поселение. А мы тут тебя держим, как будто в заложниках. Ну ничего, мне уже терять нечего. Можете сразу звонить в полицию. Пускай меня ищут, пускай меня забирают. Быстрее, я уже устала ждать. Ее ищет поселение, она оптимизмом занимается. Мне бы такой оптимист. Оптимизм в такие дела. Ужас. Я уже все видала. Звоните, я буду ждать. Как закона... как порядочный гражданинка. Ой, да.